Привет, друзья! Сегодня мы с вами вместе половим камбалу на те удочки, которые в предыдущем видео я связал. Ссылку в описании я оставлю. Мы с отцом выехали в Тавричанку, в район синих гаражей. Установили палатку. Палатка куб 2 на 4 метра. В палатке очень комфортно, не холодно и безветренно. Приятного просмотра! Не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо! Thank you.